Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала! Сегодня мы с вами в термальных источниках Хамайгааш. Комплекс находится в 12 минутах езды от Тель-Авива между Герцелией и Нетанией. Здесь можно хорошо отдохнуть и расслабиться, получив массу приятных эмоций. Все помещения в комплексе соединены коридором. А это молочное кафе. Можете приобрести напитки, мороженое, выпечку и все, чтобы не умереть с голоду. Давайте совершим небольшую прогулку по территории этого комплекса. Все очень красиво, зелено, аккуратно и ухоженно. Какие красивые зеленые лужайки. А это вдалеке бутылочное дерево. Бутылочное дерево как раз цветет сейчас. Красиво. А это вход в спа-центр. Здесь можно за дополнительную стоимость получить лечебные процедуры в 15 процедурных кабинетах. А вот еще одно шикарное бутылочное дерево и много прекрасных разноцветных кустиков вдоль заборов. Кроме термальных бассейнов горячих, здесь есть две сухие сауны и одна влажная, и струи серной воды, подающиеся под давлением. А это большой плавательный открытый бассейн для взрослых, который работает в летний сезон. Как видите, все утопает в зелени. Очень красиво. Термы Гааш – это эксклюзивный мир наслаждения для души и тела. А сейчас прогуляемся по этим тропкам и посмотрим, что там скрывается в тени густых деревьев и зарослей. Оказывается, здесь скрывается малюсенький бассейн для совсем маленьких деток. О, красавица, да? Смотри, угу. Здоровенная такая. Красивая, правда? Комплекс создан с учетом всех европейских стандартов, а вода оказывает восстанавливающее действие на кожу, восстанавливает спокойствие и баланс, важные для здоровья души и тела.
А это кошерный ресторан мясной «Ностальгия». Здесь есть и магазин, где можно приобрести купальники, полотенца, мыло, шампуни, все, что забыли дома. Это мы уже прощаемся с комплексом. Пора ехать домой. До свидания, Хамэй Гааш. До новых встреч. Мы тебя очень-очень любим и обязательно вернемся. Дорога домой. Тель-Авив весь светится. Очень красив. Так, я куда еду? Ну а нам пришло время прощаться. Спасибо всем, кто со мной на моем канале. До свидания. Всем пока-пока.